Сейчас, когда вы смотрите нашу программу, на площади труда инициативная группа горожан закончила пикетирование против предполагаемого размещения психоневрологического интерната в Мурме по адресу Ремесленная Слободка, дом 18, бывшая ПТУ 22. Собрались мы сегодня на пикет выразить свое возмущение по поводу постановления губернатора от 6 сентября 2012 года о создании в Мурме и размещении на базе 51-го училища психоневрологического диспансера, где будут проходить лечение, стационарное лечение, люди с хроническими психическими заболеваниями. Мы обеспокоены безопасностью наших детей и, соответственно, граждан. В частности, у нас находится жилой квартал, спальный район. Партия ЛДПР выражает обеспокоенность по этому вопросу. Мы сделаем все для того, по крайней мере, попытаемся сделать, что о том, чтобы данное заведение было перенесено за город или хотя бы на окраину, где нет спальных районов и школьных учреждений. Вот, что можно сказать по этому поводу еще? Что во Владимирской области, в Меленковском районе, в деревне Халькова, находится такое учреждение, но оно находится в лесу, но никак не в центре города. Ну, прям вот возмущены до глубины души. Ну, как это так, вот в центре города будет вот это вот учреждение. Тут рядом и медучилище, и школы, кладбище. Ну, вообще и маленькие дети, и пожилые люди. Ну, вообще очень опасно. Это, я считаю, очень опасно. И такое учреждение-то будет. Здесь у нас школа, здесь училище, здесь у нас какое-то кладбище. Они будут везде лазить. Ну, вообще этот район, это центр города. Центр города психушка. Ну, это же вообще в какие рамки не входит. Ну, чтобы здесь на площади поставили бы. Вот бы здесь. Да, вот прямо бы здесь построили бы. Пускай бы они здесь гуляли. Какая разница, что там, что здесь. Я считаю, что больным людям здесь тоже будет неудобно. Слишком много раздражающих факторов. Шум машин, общий городской шум. То есть, возможно, громкая музыка. А их заболевания, я считаю, должны лечиться в более спокойных условиях. На мой взгляд, нужно прислушиваться к опыту более крупных городов. А мы знаем, что подобные учреждения должны выноситься за городскую черту, куда-то, возможно, на окраину, где такие больные будут себя чувствовать более комфортно, спокойно и уютно. Напомним, что постановлением губернатора области от 6 сентября 2012 года принято решение о создании в Муроме государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Муромский психоневрологический интернат». Инициативная группа жителей округа в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях накануне уведомила главу округа Евгения Рычкова о проведении пикета. При проведении пикета общественный порядок обеспечивается силами инициативной группы. Все подробности в